Привет, мои котики. Сегодня буду делать себе нового в Gacha Life персонажа. Начнем же. Так, я уже сделала пол моего персонажа. Будем продолжать. Сейчас я сделала волосы. Потом будем делать ей украшения. Так, я уже сделала моему персонажу одежду, прическу, глаза и, все остальное. Сейчас буду делать его. Её буду называть Асма. Будет любой род. Наверное, вот такой. Так. Извините, но мне надо делать уроки. Просто по-быстренькому надо снять вам видео. Я вам сниму продолжение скоро. Всем пока, мои любимые котики. До новых встреч!